Эй, Длинный, во время атаки крепче держи знамя. Становитесь все под платные на лицах, тогда с вами ничего не случится. Мы должны быть вместе. Платные на лицах защитит нас. Thank you.
Черт побери. Да прекрати ты, наконец, свою музыку. Надоело. В этом проклятом полку тебе быстро могут накинуть петлю на шею, а ты все пиликаешь. Я видел, троих таких болванов, как ты, уже давно повесили. А ты как сюда попал? Хотел продать оружие и седла. Ну и как? Как дела, Большой Фред? Дела. Слушай, Длинный, чего-то ты вздумал бросить флаг? Видите ли, он пожалел краснокожих. Но это же были женщины и дети. Что поделаешь, он первый раз. Простим его. А мне все-таки жаль его. Знаешь, Большой Фред, мне тоже жаль его. И мы не герои, кому охота подставлять голову под пули? Слушай, сегодня ночью мы собираемся бежать из отряда. В Монтане еще много золота. Для нас троих хватит. Тебя это не интересует? Говори прямо. Пойдешь с нами, или ты хочешь дождаться, когда на твою шею набросят красивую петлю? Забрать своих лошадей. Скорее, другого случая не будет. Скорее, Длинный! В 1864 году президент Соединенных Штатов Линкольн пригласил в Вашингтон вождя племени чиенов Черного Котла. Этот торжественный прием закончился вручением вождю индейцев Звездного Знамени Америки и подписанием договора. Президент обещал, что пока Звездное Знамя развивается над вигвамами индейцев, их не тронет ни один американский солдат. Племя чиенов поселилось на берегах реки Санд-Крик в
Колорадо, доверяя великому белому отцу, чиены жили спокойно, не выставляя сторожевых постов. Американцы грубо нарушили договор, устроив жестокую резню. Оставшиеся в живых чиены ушли на север, но американские войска продолжали их преследовать. В это время в штате Монтана были найдены новые месторождения золота. Толпы золотоискателей ринулись через земли чиенов. Американцы спешно начали строить дорогу в Монтану с укрепленными фортами, снова нарушив договор. Черт подери, гармоника, ничего другого сыграть не можешь? Конечно, могу. Но моему коню больше всего нравится это. Так у него морда по-настоящему довольная. Думаю, ты так нравишься своему коню, потому что ты такой худой. Потому что ему на спину не давит такая ноша, как большой Фред. Ну да, я бы не прочь быть чуть похудее. Но если придется драпать от шаенов, тогда мой конь прекрасно справится. Ну что, большой Фред, может нам шаенов спросить, где золото? И уж точно обратишься не по адресу. Этим пустоголовым до золота нет никакого дела. Хотел бы я знать, зачем вообще мы им отдали весь этот прекрасный край. У меня такое чувство, что на этом вшивом направлении мы ни шаенов не найдем, ни золота. Спокойно! Ну, сейчас ты у меня получишь, проклятая скотина! Прекрати, Фред! Что ты делаешь? Фред! Оставь животное в покое! Брось палку! Без тебя знаю, что делать. Защитник нашелся! Уйди с дороги, слышишь? Пока мы вместе, я не позволю издеваться над лошадью. Он не позволит. Подумаешь? Фу. Не прыгайся. Струящийся ручеек перестань, а то я буду называть тебя мокрый лягушонок. Посмотри, какая красота. Построить бы хижину и жить спокойно до конца жизни. Я знаю, тебе тоже надоело искать золото. Проходит такое прекрасное лето. Жаль. Мой хороший. Ну что, дружище? Молчишь. Я говорю, а ты молчишь, не хочешь отвечать. Черт возьми! Что они опять натворили? Ты с ума сошел? Зачем стрелял, болван? Замолчи! И веревку скорее! Ах ты, грязное животное! Что вы делаете? Прекратите! Отпусти девушку, Фред! Этот кретин убил старуху и мальчишку. Надо ее убить, а то она позовет своих. Не тронь ее! Зачем ты это сделал? Индеец безопасен, когда он мертв. Теперь краснокожие не оставят нас в покое. Дурья твоя голова! Скорее, гармоника! Уходим отсюда! Сейчас они появятся!
прости меня. Я никогда не бил женщину. Но это необходимо. Я хочу спасти тебя. Оказывается, индианки красивые девушки. Лицо мы убили, этого взяли в плен. Третьему удалось уйти. Мы будем судить тебя, бледнолицый. Он должен умереть на глазах у всего племени. Нет, серый лось. Этот бледнолицый не стрелял в твою жену и сына. Этот человек спас мне жизнь. Мы должны обдумать то, что сказала твоя сестра. От этого зависит судьба бледнолицего. Сегодня он спас ей жизнь, а завтра отнимет ее. Пора уже наконец понять, что бледнолицым нельзя верить. Ты прав, твердая скала. Это мой сын погиб. Это моя жена погибла от руки бледнолицых, но мы должны быть справедливыми. А завтра опять будем оплакивать своих братьев и сестер.
Сколько бледнолицых ты можешь убить? Их очень много. Я видел, когда был у великого белого отца, их президента. Великий белый отец обещал тебе, что ни один бледнолицый не ступит на нашу землю. Но он нарушил свое обещание. Бледнолицые снова грабят наши угодья и убивают наших жен и детей. Он не должен умереть, как убийца. Ты взял его в плен и можешь сразиться с ним один на один. Один на один! Что вы хотите со мной делать? Я никого не убивал. Я даже спас вашу девушку. Это правда! Будет так. Как только взойдет солнце, вы начнете состязание, и в беге решится, кому суждено жить. Что это? Мокасины. Завтра они тебе пригодятся, а это еда. Тебе надо поесть. Мне нужен нож. Вы должны жить оба. Я не хочу убивать твоего брата. Я не понимаю, почему он должен убить меня. Мне не хочется есть. Моя сестра принесла ужин бледнолицему. Да. Угу. Молодец, сестра. Хорошо сделала. Теперь никто не скажет, что я победила слабевшего противника. Ты побежишь за бледнолицем, когда он достигнет вершины скалы. Твоя жизнь в твоих руках. Беги, юноша.
We'll be right back.
Пей медленнее. Что с твоим братом? Не волнуйся, он жив. Но не знаю, хорошо ли это. А почему он должен умереть? Позор побежденного страшнее смерти. Племя не простит этого твердой скале. Что будет со мной? Я должен убить Бледнолицева или убейте меня. Решение старейшин. Герои должны жить. Бледнолицый свободен. Пусть сам выберет себе путь. Отвечай. Почему ты не убил меня? А разве честно убить безоружного? Ты пощадил меня. И этим нарушил обычаи нашего племени. При чем тут обычаи? Самое дорогое — это жизнь. Почему я должен ее отнять? Я вижу, ты честный человек. Но мне непонятны мысли Бледнолицева. Почему? Мы победили оба и остались живы. И это справедливо. Теперь мы должны стать друзьями. Твердая скала. Индеец не берет подарков от врага. Можно и мне попробовать? Пороха и свинца, ты ничего не стоишь. По-моему, над нами кто-то смеется. Ну, хорошо. Ничего, сейчас возьмем седло и покажем, на что мы способны. Что может сделать Бледнолицый без седла?
Как ты думаешь, мог бы твердая скала без седла поймать убегающего быка? Вперед! Эй! Эй! Я испугала тебя? Нет. Только лошадь. Почему ты следишь за мной? Интересно. Особенно, когда я падаю с лошади. А как тебя зовут? Мое имя Джек. Друзья называют меня гармоникой. Ну, садись. Молодым девушкам бывать в таких местах опасно. Поедем домой. Гармоника? Смешное имя. Смешное? Почему? А как тебя зовут? Молодая косуля. Тебе больше подходит имя Большие Глаза. Они у тебя такие красивые. Бледнолицые всегда едут по кругу. Нет. Только с такой милой девушкой, чтобы дорога была длиннее. Тогда сыграй что-нибудь на твоем смешном инструменте, чтобы дорога показалась мне короче. Пожалуйста. Понравилось? Ничего, можно слушать. О! Что это? Наверное, где-то близко медведь. Держись покрепче, а то можешь упасть. Ты останешься у нас? Не знаю. Научи меня стрелять из лука. Твердая скала. Держи лук вертикально. Пальцы вот так. Целься спокойно. Отпускай. По-моему, неплохо получается. Дикий зверь не стоит спокойно, как дерево. Но оружием бледнолицых ты, конечно, владеешь лучше.
Угу. Неплохо. Но когда бледнолицые что-то делают, я всегда задаю себе вопрос. Зачем им это ловкость и мастерство? Ты стреляй, а я попытаюсь понять. Иди сюда, великан. Давай дружить. Чтобы стать друзьями, нужно время. Я знаю. Это ты? Ну-ка, научи меня. А? Нет. А? Хорошо. Уже похоже. Ты почти индеец. Придет время, и ты станцуешь танец наших воинов. Что-то не похоже на танец наших воинов. Нет, это танец любви вождя гармоники. Хочешь, я покажу тебе танец белого человека? Угу. Например, вот этот. Нет, ничего. Что ты хотел сказать? Нет, нет, тебе показалось. Но ты же хотел что-то сказать. Что ты хотел сказать? Нет, правда, ничего. Я уже забыл, что. Неужели так быстро забыл? А я догадываюсь. Ты хочешь есть. Ну как, угадала? Нет, я не хочу есть. А может... Может, ты хотел поговорить о погоде? Ну, почему именно о погоде? Ну, тогда, наверное, ты хотел рассказать о своей матери и братьях. У меня нет братьев, а о матери я тебе уже рассказывал. Я знаю. Ты хотел сказать, что любишь меня. Ты угадала, милая.
это сказать. Я никогда не думал, что можно так сильно полюбить. Я тоже очень полюбила тебя. Очень полюбила. Ты прекрасная девушка. Я люблю тебя. И хочу, чтобы ты стала моей женой. У нас будут дети. Я так счастлива. Да. Да. Можно к тебе? Холодно. Наступает осенняя пора. У тебя что-то на сердце? Я хочу остаться с вами и жениться на твоей сестре. Если вы поженитесь, что ты будешь делать, когда придут твои бледнолицые братья? Надо постараться жить в мире с бледнолицами. Если бы я напал на твою страну, убил твою семью и скот, ты бы и тогда смирился с этим. Разве убивать друг друга это справедливо? Может, ничего и не изменится, если я за своего брата буду мстить и убивать бледнолицах. Но человек не может жить без чести. Без этого он не увидит свое лицо в прозрачной воде горного озера. Кто приходит в мой дом и убивает моих близких, того должен убить я. И это справедливо. Ты прав, но это неразумно. Твой вождь спросил тебя, сколько ты можешь убить бледнолицах. Пойми, за каждого из них ты теряешь 10 своих. Ты и твои друзья должны жить. Значит, такова судьба нашего народа. Сначала будут сражаться сильные, потом слабые. Нас никто не заставит встать на колени. Лучше смерть, чем рабство. Если ты останешься у нас, это будет и твоя судьба. Я остаюсь. Мы поженимся с молодой косулей. Если ты когда-нибудь бросишь ее или увезешь бледнолицам, она погибнет. Я никогда не брошу ее и никогда не покину вас. Wir werden die Hochzeit vorbereiten. Eine Cheyenne-Hochzeit ist eine sehr feierliche Angelegenheit. Zuerst bringen die Freunde des künftigen Ehemannes die Geschenke zum Vater des Mädchens. Weil Rickitz keinen mehr hat, zu mir. Die Freunde. Außer dir habe ich doch keinen. Und ich besitze nichts. So werden meine Freunde dir aushelfen. Man schenkt Kleidung, Decken, Waffen. Auch Pferde. Ein Pferd ist alles, was ich habe. Wenn es ein gutes Pferd ist, ist es ein gutes Geschenk. Aber nur dann, wenn die Gaben entgegengenommen werden, ist der Werber als Bräutigam willkommen. Wie? Ich weiß doch schon von dir, dass du einverstanden bist. Und du wirst doch nicht zurückweisen, was ihr selbst so freundschaftlich beigesteuert habt. Ich sage dir, was Brauch ist. Und die Geschenke sind nicht für mich. Sie werden unter die Verwandten verteilt. Ich verstehe. Was geschieht dann? Für die Hochzeitsfeier bemalen die Freundinnen der Braut das Gesicht. Sie kleiden sie in ein neues, schön besticktes Gewand, um sie anschließend in das Tipi des Bräutigams zu führen. Ein Tipi? Tja, gerade wollte ich fragen... Wir helfen dir beim Bau. Auch das ist Brauch. Schmücken musst du es selbst. Du meinst bemalen? Wie denn? Das bleibt dir überlassen. Gut.
was jetzt? Wenn also dein Tipi fertig ist, so schickst du, um sie abzuholen, der Braut dein bestes Pferd entgegen? Hey, warte! Mein einziges Pferd habe ich ja schon vergeben. So werde ich dir meinen schwarzen Hengst borgen. Ich führe also meine Schwester zu deinem Zelt, wo sie von deinen Verwandten in Empfang genommen wird. Aber ich habe doch kein... Lass mich beenden. Sie wird von ihnen auf eine Decke gesetzt und in dein Tipi getragen. Aber du weißt doch... So ist es Brauch der Cheyenne. Auch Ricketts wird wollen, dass du die Bräuche achtest. Ich will sie achten, harter Felsen. Hier wird die Braut neu bemalt und neu gekämmt. Das tun jetzt die weiblichen Verwandten des Mannes. Aber ich habe doch keine Verwandten. Nicht hier bei euch. Auch da werden wir uns behelfen müssen. Vergiss nicht, Harmonika, das mag alles für dich neu sein. Aber es ist auch neu für uns. Da hast du recht, harter Felsen. Wenn alles bereit ist, so machen wir beide uns auf den Weg zu deinem Tipi, wo die Zeremonie stattfinden wird. Im Beisein des Häuptlings wechselt ihr einige kurze Gelübde und jetzt... Ja, was jetzt? Теперь вы муж и жена. Счастья вам, дети. Я знаю, больше всего на свете ты любишь мою сестру. В честь вашей свадьбы я дарю тебе этого коня. Он будет вам верным другом. Он еще не возил на себе седока. Его дух невозможно сломить. Как никогда не может быть сломлен дух Шайена. Но ты должен уговорить его, чтобы он позволил тебе оседлать его. Спасибо вам. Я тронут вашим отношением ко мне. Благодарю за доверие. Я всегда это буду помнить. Спасибо вам. Слава молодым! Слава! А он не сбросит его? Ну что ты, гармонику? Так, теперь отвязывайте, не торопитесь. Снимайте платок. Держись крепче! Thank you.
Спасибо, дружище. Я уверен, мы будем большими друзьями. Как приятно. Я согласен объезжать лошадь каждый день. Только ради этого. Ради этого? Я люблю тебя. Спокойной ночи. Я люблю тебя. Спокойной ночи, мой муж. Если хотите уйти отсюда живыми, ведите себя дружелюбно. Держите язык за зубами. Ты понял? Мы взяли их в горах, следили за нашей деревней. Они сопротивлялись? У них не было времени. Мы и не собирались стрелять. У нас мирные намерения. Почему мы должны верить тебе, бледнолицый? Вы же знаете, существует договор, который позволяет нам свободный проезд. Да, верно, такой договор есть. Но вы его нарушили. Убили наших женщин и детей на берегу Санкт-Крик. Я говорю правду. Наш великий белый отец с вами заключил мир. Ты так себя ведешь, потому что ты пленный. Поймите, нам нужен только проезд к золоту Монтани. И больше ничего. Да, вам нужен свободный проезд, а потом вы заберете наши земли. Среди вас белый человек. Вы, наверное, доверяете ему. Почему же вы не верите мне? Лейтенант, как они могут поверить вам после резни на реке Санкт-Крик? Это нападение совершено самовольно. Капитан за самоуправство уволен из армии. Вот приказ. Читай. Это правда. Он уволен. Правительственная комиссия сейчас расследует этот случай. А эта комиссия вернет жизнь нашим женам и детям. Что ты думаешь об этом? Мне кажется, лейтенанту можно поверить. Что ты говоришь, гармоника? Это безумие. Они опять придут. Теперь они знают, где мы. Если мы не отпустим их, это вызовет вражду. Я не хочу новых кровопролитий. По-моему, гармоника прав. Вы свободны, можете идти. Передай своим бледнолицым братьям, что мы хотим жить с ними в мире. Благодарю. Бесполезная привычка бледнолицых. Шайены более практичны. Они просто выдергивают все волоски. Раз и навсегда. Сейчас мы тебе покажем. Пустите! Что они делают? Это такая игра. Надо набрать полный рот воды. Выигрывает тот, кто дольше всех проскачет, не проглотив и не выплюнув ее. Мне хочется попробовать. Давай посоревнуемся. Я обязательно выиграю. А?
Хорошо. Пойдем. Я хочу тебе что-то сказать. Я хочу сказать что-то важное. Гармоника, у нас будет ребенок. Что ты сказала? У нас будет ребенок. Откуда ты знаешь? Знаю. Что-нибудь видишь? Надо подойти ближе. Черт подери, я уже сыт по горло. Со мной такого бы не случилось. Я уже видал лазутчиков, с которых сняли скальп. Не бойся. Я уже вижу братьев. Ну, они прочно обосновались здесь на зиму. Теперь нужно лишь дождаться, когда они отправятся на охоту. В племени никто не переживет зиму, если их стоянку сожгут. Завтра мой белый Шайен впервые отправится на охоту для нас двоих. Для нас троих. Нам на зиму нужно много мяса. Малыш только что пошевелился. Ну точно, я почувствовал. Уже? Спи, молодая косуля. Тебе нужен отдых. Я люблю тебя. Спи. Спокойной ночи. Спокойной ночи, гармоника. Сегодня охота была неудачной. Бизоны ушли в горы, наверное, их разогнали бледнолицые. Не огорчайся. Может, завтра день будет удачней. Я тебе уже показывал, как я умею свистеть по птичьи. Смотри. Что такого смешного? Молодая косуля меня научила. Она забыла тебе сказать, что так мы подзываем своих собак. Очень смешно. Hey!
Я никогда не знал чувства ненависти. Теперь я ненавижу. Мою жену и ребенка убили. Я отомщу за все. Найду убийцу. Как ты найдешь его? Какая польза от того, что ты выследишь одного убийцу? Он должен умереть. Ты не одинок, Гармоника. Мы вместе будем мстить. За молодую косулю, за наших братьев и сестер, за наш народ. Я не смогу жить, если не убью его. Идем с нами. Я не могу. Не могу, пока жив убийца. Тогда пусть наши боги не оставят тебя. Я вернусь к вам, твердая скала. Отомщу за молодую косулю и вернусь. Здесь мой дом. А сейчас я должен идти хоронить свою жену. Я знаю, ты тоже хотел бы огня, но ветки слишком сырые. Надо идти дальше. Пошли. Тяжеловато тебе. А еще ты голодный? Да, мой отважный паренек. Ни дня покоя не знал я за последние недели, но должны же мы его найти. Мы должны его найти. Найдется место для моего коня? Да, конечно, пожалуйста. В вашем распоряжении целая конюшня. О, черт возьми, какой красивый жеребец. Покормите его хорошенько, у нас был длинный путь. Не беспокойтесь, сэр, будет сделано. О, великолепное животное. Просто сказка. Да. Пусто стало в городе с тех пор, как дорогу в Монтану очистили от чиенов. Никто даже не представлял, что армия так быстро справится с этим племенем. Просто удивительно. Но мне все-таки жаль их, жаль. Бедняги. А вы тоже направляетесь за золотом в Монтану? Возможно. Ага. Идем, идем. Я ищу одного приятеля. О, знакомая вещичка. Я ее видел на шее Билла Симмонса. Только эта цепь у него давно исчезла. Но я ничего не говорил. Да, его зовут Билл. Он мне и нужен. Вот, наверное, у себя на ранчо или в салоне. Вы его сразу узнаете. От последнего танца с сиенами у него остался на память великолепный шрам. Слышите? У него на лице прекрасная индейская царапина! Кто? Кто же из вас? Может, ты? Нет. Кто же? Кто?
Что тебе подать, красавчик? Ничего, спасибо. Ничего? Так нельзя, ты должен что-нибудь заказать. Тогда виски. Хорошо. Он должен быть здесь. Может быть, это длинный? Повернись, я хочу видеть твое лицо. Где же он? Эй, вы поверните свои лица. Нет, не этот. И не этот. Ну-ка, повернись ты. Что с тобой? Ты облил мне платье. Не могу. Можешь остановиться. Не заметил, что тут уже никого нет? Закрываемся. Эй,
Надеюсь, этого хватит для платы за твою виски, иначе тебе придется и коня своего продать. Да уж. Я верно спятил. Это правда ты? Гармоника. Где ты так долго пропадал? Наверное, краснокожие взяли тебя в плен, и ты влюбился в какой-нибудь красавицу, да? Я вижу, тебе жилось не сладко. Ты плохо выглядишь. Знаешь, краснокожие убили Фреда. А я? У меня только одна рука. Сколько же мы не виделись? Тебе, видать, последнее время действительно скверно пришлось. Эй, вы! Замолчите! Слышите? Посмотрите, какой человек среди нас. Это герой, а вы его не заметили. Это гармоника. И я горжусь, что он мой друг. Те самые чиены, из-за которых я потерял руку, взяли его в плен и пытали целый год. Эти дикари чуть не замучили беднягу. Пусть расскажет, как ему удалось уйти от них. Да, интересно послушать. Пойдем, расскажешь, как ты бежал. Посмотрите, этот несчастный не может прийти в себя. Друзья, давайте выпьем за его здоровье. Пусть он забудет о всех ужасах, которые испытал. Да здравствует мой друг Гармоника! Гип-гип! Ура! Внимание! Благодарю вас, джентльмены! Фотокарточки будут блестящие! Вы Джек Бирч? Вас, кажется, называют Гармоникой. Да, так зовут меня друзья. Я репортер местной газеты. Разрешите и мне называть вас Гармоникой? Только друзья называют меня Гармоникой. Один вопрос. Когда вы попали в плен к дикарям, что для вас было самым впечатляющим? Что он сказал? Они жестоко мучили его. Положили на доску с гвоздями. А потом он целый день висел на дереве вниз головой. Скажите, вы видели, кого еще пытали из белых? Говори. Да здравствует наш Гармоника! Ура! Что сохранило вас в бодрости духа? Вера в цивилизацию или... Меня никто не мучил! Они не варвары! Вам не понять этого. Единственное, что сохраняет мне жизнь... Это воспоминания об этих гордых, прекрасных людях. Вы варвары! Вы убили мою жену! И моего ребенка! И моих друзей! А теперь оставьте меня в покое. Оставьте меня. Оставьте. Бедный Джек. Он, кажется, сошел с ума. Люди, посмотрите, какое зрелище! Везут дикарей. Идите, полюбуйтесь. Их отправляют в резервацию. Но теперь они стали совсем ручными и смирными. Не подходите к повозке! Это опасно! Не подходите! Осторожно, осторожно! Нет! Не тронь мою жену!
Люда. Ты слышишь? Я ничего не слышу. Может, это енот или косуля? Хорошо бы поесть свежего мяса. Попробуй поймать ее. Что это? Где ты, Боб? На помощь! Отныне мы братья по крови. Моя жизнь – это твоя жизнь, а твоя жизнь – моя. Наше братство скреплено кровью. Я горжусь тобой. Мое сердце радуется. Эта линия – дорога в форт Рено, а это в форт Керни. По ней увозят наших братьев в резервацию. Здесь мы устроим засаду и освободим пленных. Отряд нас будет расти. Мы соединимся с другими племенами и поднимем наш народ на борьбу за свои права. Ты готов, мой брат? Вперед!